Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня дождик, но я все равно бегу. 26-й день бега. Настроение после бега однозначно поднимается вверх. Вот. Я сегодня прячусь от дождя в капюшон, но это не мешает мне получать удовольствие. Еще я поняла, что кроссовки в сеточку не очень подходят для бега под дождем. Ноги немножко мокрые. И хочу вас пригласить сегодня в 3 часа в художественном музее имени Галагана. Открывается художественная выставка нашего черниговского поэта и художника Вовы Кравченко. Вот он вчера меня пригласил там спеть. Пойду спою, а вы приходите, посмотрите замечательные картины. Может быть, послушаете замечательную песню от меня. Буду рада вас видеть. Всем хорошего утра. Еще выкладываю вам медитацию. Включаете мой бег, ноги мои, и как будто бежите со мной. И вам становится хорошо. Доброго утра!